Мы там не были. Ты знаешь. Ну, я не знаю. Подумай. Я не могу сейчас думать. Все. Это прошло свести. Что? Чипсики. Сладкое? Ну, ты сладкая. После сладкого всегда на солёнке. Чизкейк. Вот сегодня утром, помнишь, на что ты обиделась? Я никогда не запоминаю, на что я обижаюсь. Ну, на самом деле, это факт. Самое глупое, на что Лена обижалась. Ну, я вот сегодня, сегодняшнее утро напишу. Ну, он не понял без слов, чего я хочу. Ну, по взгляду можно понять, когда вы долго вместе. Ну, я это написал, чай забыл сделать и сегодня утром. Часы? Нет. Пиши, ты знаешь. Да не знаю я, честно. А, слушайте, это последнее, что я тебе дарил, я знаю, что... Сумка мечты, а я сладости написал. Слушай, я вообще про нее забыл, честно. Ну, потому что это не я, как бы, это принимал сильное участие. Я только делал так, чпуньк! Ты меня сдал. Не-не, я принимал в этом участие. Я видел, но я Ты выбирал. Ну, про вот эту красненькую. Ну, подыграй. Я выбирал. Я выбирал сумку и, блин, просто два часа выбирал. Ее везли еще так быстро. Я год на Иисус писать не буду, но... Покажем маме, она будет рада. Приехали. Что там тебе не нравится? Что-нибудь есть? Несерьезность. Ты всегда шутишь. Всегда. А ты что написал? Я не знаю. Ну покажи. Никакое. А я не помню место встречи. Ты думаешь, я помню? Я помню, куда мы пошли сразу же. Место встречи? Ну, в метро, что ли? Ну, да. Не, давай станция напишем... Станция метро. Ты помнишь? Нет, станция метро не помню. А я вот помню. Пишем станция метро. Да, ну, где мы встретились? Нет, я не буду писать, где мы встретились. Я в шоке, что ты не помнишь. Да это. Я сейчас не помню. Еще скажи спасибо, что я не спрашиваю, где мы договаривались встретиться. И где в итоге встретились? А, я вспомнил, где мы встретились. Он ничего не помнит. Ура. Ты что подсматриваешь? Точно. Станция метро Чеховская. Чеховская. А где мы договаривались встретиться? На Арбатской. А, точно, я там куда-то он не запутался. Туда. Я не туда вышел, да. Приезжий был еще. Я очень сильно нервничал, ну что вы хотите. Я бы на полтора часа уже опаздывал. Но самое главное, я же дождалась. Да. Судьба. А почему, спрашиваете, только меня? Почему только я напрягаюсь? Если я напишу то, что мне пришло первое в голову, ты меня убьешь. Я не помню. Похоже на слово «олимпиец» ведь, да? Ну там окончание, окей. Ну да, по звучанию. Ну там как бы... Я и не вспомню даже. С автомобилями чуть-чуть связано. Ладно. Запорожец? Какое? С автомобилями связано. Автомобилец? Автомобилец? Серьезно? Нет.
А, автозавод, ну да. Нематное. Что? Пиши нематное. Ага. Ну, он только так меня и называет. А ты что? Ну, Буся, Мася. Ну, нет, это на самом деле Буся, Мася. Ну, Мася первая и больше никаких. А ребенка Садик забыл. Шутка. Я не понял, это мне должны были вопросы помогать. А почему она знает? Что я могу чаще всего забывать? То, что не держится в твоей голове вообще. Ну вот, видите? Он забыл про это 100%. Это сегодня даже было. А. Ну это я подсказала. Ну да, ну возможно и неправильно. Да. Правильно. На этом его мозг вообще не фокусируется. Ну да. Мне кажется, ты не хотя. Я знаю. Переломная. Я знаю. Не знаю, как правильно писать, поэтому я написала вот так. Одна из последних игр в Минске, каких, нет? Каких игр в Минске? Ну, одна из последних игр ты в Минске. Между... А, правильно, да. Про детство, ну, то про там, юношество. То есть там вот этот период этого вот в 13 лет у нас был чемпионат республики, чемпионат страны. Хорошо играл, много забивал. И вот последняя игра, то, что вот мы выиграли, там как бы, она такая переломная стала, потому что на тот момент у меня как бы, знаешь, такое вот разветвление было идти учиться или заниматься баскетболом. Ой, я хотел сейчас так пошутить. Ой, я знаю. Что я делаю смешнее всего? Что я делаю смешнее всего? Ну, допустим, ну, блин, я не знаю. Слушайте, ну это не мой ответ, как бы, поэтому... Ты очень смешно кривляешься на камеру. Ну это, в принципе... Ну это как бы весь у меня в подсознании, поэтому... О, да. Ну да, но я люблю как бы вот посмеяться. Видите, у нас сейчас серьезная атмосфера, да? Это как не моя атмосфера, я себя не очень ловко чувствую сейчас. Вот это мой... Ага.